Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Серега. Вновь вышли платные контракты в Warface. И, как вы понимаете, я каждый раз пытаюсь поднимать уровень и сегодня постараюсь открыть максимальное большое количество контейнеров. Напрек очень много людей, которые вместе с нами будут все это дело набивать. В большинстве, конечно, я напрек больше всего себя, ну да ладно. Будет очень приятно, если вы поддержите лайком и также поучаствуете в моем конкурсе, где я разыгрываю 1000 рублей, либо же 2000 кредитов на ваш игровой аккаунт Warface, либо же Kiwi кошелек. Чтобы принять участие, просто ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на мой канал и пишите абсолютно любой комментарий. Все итоги вы сможете найти в группе ВКонтакте. Желаю всем удачи и погнали! Друзья, для новичков Warface, а также для тех, кто не заходил на свой аккаунт более 30 дней, есть отличное предложение, где вы сможете получить кучу крутого доната и топовое снаряжение синдика. Все очень просто. Если ты новичок, то просто регистрируйся по ссылке в описании и забирай крутые пушки со снаряжением на свой новый аккаунт и доминируй над противниками благодаря топовому оружию. Если же ты уже зарегистрирован, но не заходил на аккаунт более 30 дней, также переходи по ссылке и забирай топовый донат. Все бонусные предметы ты сможешь сразу перевести себе на свой аккаунт. Все это позволит тебе вкачать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! Первый у нас идет мой аккаунт Heavy Rain. Давай, покажи, ну когда тебе повезет, пусть тебе хоть тут выпадет золотая пуха, раз в коробках не везет. Ну не можешь же реально нигде не везти. Сколько раз мне в контрактах выпадало сразу по 2-3, даже 4 золотые пушки. А иногда бывало то, что открываешь кучу кейсов и ни хрена не выбиваешь. Не знаю, удача тут как будто зависит от того, какой-то конкретно контракт. Что-нибудь туда добавили, и просто они бывают как будто делают какие-то минимальные шансы, а то нормальные, а может просто вовсе не везет. Но я в это все не особо верю, потому что, ну, попахивает каким-то бредом. Ну серьезно, что за херня просто? Ну дай на Heavy Rain золотую пушку, там такой сексуальный список золотых пушек, которых ты мне можешь дать. Особенно какую-нибудь золотую АМБ. Это вообще что за сказка была? Ну сколько человек времени должен потратить, чтобы сделать эти контракты? Тем более они еще за деньги. Ну как тут может тебе ничего не дать? Ну можно хоть что-то утешительное дать. Мне, конечно, спасибо, это прям пипецкая утешительная награда. Но ну, можно что-то покруче, а? Ну какую-нибудь пушку навсегда. Не, я не понимаю, честно, какой тактикой вообще пользоваться, чтобы тут что-то выбивать. Я через одно видео, то в одном видео выбиваю до хрена золотого доната, то в другом видео я себе ни хрена не выбиваю. Ну блин, ну нет, ну я не хочу, чтобы на этом аккаунте ничего не выпадало. Ну это не тот аккаунт, на котором я хочу, чтобы ничего-то не выпадало. Ну камон. Ну однако, хотя бы Энфилд золотой, не. Он не выпадет, походу. Хотя там на последнем кейсе мне, помню, какая-то золотая пушка выпадала. Но тут, походу, уже все потеряно. Да, ну, я не знаю. Вообще, аккаунт на золотые пушки невезучий. Тут только золотые пушки покупать, потому что ни с каких акций тебе просто ничего не падает. Может, мой основной аккаунт что-то поинтереснее покажет? Да, дай ему мне золотую пушку на аккаунт, где у меня их просто миллионы. Где у меня есть абсолютно каждая, ну, практически. Ну, тут все, которые есть, золотые пушки у меня на этом аккаунте есть. Ну, да, дай мне, потролль мне, дай мне сейчас золотые пушки. Что-то, я не знаю, говорю, через раз мне везет в этих кейсах, то стоит открыть просто с одного аккаунта, сколько, 70 кейсов, и тебе сразу 4 золотых... Ну, как это возможно? Просто как? Столько золотых пушек тебе выдаст, а потом ты открываешь столько, и тебе ни хрена не дает. Не, ну совершенно же бредом будет, если мне снова, как тогда, когда я открывал максимальное количество кейсов, то есть сегодня я открою, по идее, еще больше, наверное, вроде да, или столько же. Ну, это будет полнейшим бредом, если сейчас мне ни хрена опять же не выпадет, как тогда. Это очень странно, когда контракты работают. Не знаю, это вообще получается, что они работают или нет, что вроде бы как бы дает золотой донат, и мне даже пишут то, что мне подкручивают, когда мне падает золотой донат. Ну не, ну это же бред. То есть он через раз как будто дает, вот одна акция нормальная, контракт на убийство, нормально, пушки падают. Потом идет новая акция, он тебе вообще ни хрена не дает, причем аккаунты-то разные. Это мои аккаунты, но причем каким образом вообще? Как это работает? Почему он просто берет и сейчас... Со стольки кейсов ни хрена не дает, а потом дает тебе сразу несколько золотых стволов. Это, конечно, смешно, но не сегодня. Как бы, это уже, ну, как бы, не понимая логику админов, добавлять этот контракт на 3 сраных дня, чтобы человек реально задротил, потел еще с разными пушками, еще и бабки заплатил, ни хрена не выбил. Ну, знаете, мне кажется, это вы что, охренели называется, что ли? Что за бред, да ладно? Я думал, Warface меня хотя бы потроллит, сюда мне даст какую-то золотую пушку. Но даже сюда мне золотую пушку
Не дал. Подождал я какое-то время, потому что это невозможно. Тогда я сразу все открыл и ни хрена не выпало. Я не хочу, чтобы сейчас за все вот эти фраги ни хрена не выпало. Это слишком жестко будет, если сейчас опять ни на ком аккаунте ни хрена ничего не выпает. Это вообще что за бред конкретный? Но сейчас я открываю на своем самом везучем аккаунте, где последний раз контрактов мне как раз таки выпал золотой Энфилд и золотая АМБ. К сожалению, конечно, мне хотелось на Хэви Рейна больше выпало, потому что там золотых пушек мне вообще нету. И приятно было бы получить что-то. Но если мне выпадет что-то на моем суперудачном аккаунте, это уже будет круто. Но если тут ничего не выпадет, ну я не знаю, чуваки, тогда что делать, честно. Это тогда вот реально от контрактов зависит. То есть иногда они ни хрена не дают, а иногда как будто шансами ошибаются. Потому что ну как с разных аккаунтов можно ни хрена просто не выбить. Это какую, сука, удачу нужно иметь, чтобы ни хрена не выбить? Это просто, если все аккаунты сложить, вы просто посчитайте, сколько это фрагов. Один аккаунт — это 3500 убийств в ПВП. И не конкретно с какого-то одного оружия. То есть за медика, за инженера, за снайпера, с болтовкой, с полуавтоматом. Но это жопа просто! Но это должно хоть как-то окупаться, все эти труды. Но это невозможно даже на это смотреть. Алло! Даже на моем везучем аккаунте он ничего не хочет мне давать. Но это вообще не смешно. Че, издеваешься надо мной, что ли? Тут они вообще есть и золотые... Ну, говорю, они как будто в какие-то контракты просто не кладут золотые пушки. Это как вообще объяснить можно? Один раз выпадает, другой раз нет. Что за бред? Шансами, что ли, опять что-то намутили? Да что за говно? Да выпади это сюда-то. На моем везучем аккаунте выпади. Это будет первый раз, когда мне что-то не выпало. На моем супер везучем аккаунте. Да такого быть-то не может. Алло! Наташа тоже зафармила себе с двух аккаунтов. То есть твинка и сосновы. Все себе эти кейсы. Но... То есть она их вообще никогда еще в жизни не открывала. И... Ну, как бы, надо дать какую-то золотую пуху, я считаю. Типа, вот, подкормить, чтобы следующие контракты все покупала и так далее. Ну, потому что это ни хрена не смешно. Но, Алена, я просто смотрю на время, на которое вот это все убито, я не понимаю. Как, какого хрена просто? И так контракты, когда за бабки ты выполняешь и тратишь свое время, это уже тебе должны что-то вот дать. Но, спасибо за скидку на чапу, 700 кредитов, ну как бы то-нибудь, что-нибудь то, то есть я уже заплатил деньги за контракт, и я должен, сука, что-то получить, ну как так-то, ну как так-то? Что за сраные контракты, они меня уже раздражают просто, я хрен их больше куплю, если ни хрена не будет выпадать, ну какого хрена, нахрен на них вообще открывается, если ни хрена не падает? Точнее, что за бред, это просто как будто скрипт прописанный, один раз что-то падает, другой раз не падает. То есть сколько ты бы, со скольки аккаунтов бы не открыл, ты ни хрена не выбьешь. Ну как так просто? Не, ну это невозможно. Ну он на таких моментах мне уже по две золотые пухи давал. Ну алло. Что за бред? Дай сраную золотую пуху, просто одну, хотя бы на один аккаунт. Это вообще ты должен на каждый аккаунт по золотой пухе дать. А не на один аккаунт, сука. Так хотя он даже сейчас вообще ни один не даст. Ну... Охуеть. Окей, тогда с твинка ее попробуем. Там вообще золотых пушек нету. Ну и понятное дело, то что Warface ты будешь хорошей, отличной игрой, если сейчас решишь дать золотую пушку сюда. Может я как-то слишком быстро открываю? Ну блин, это было бы логично тянуть, не тянуть. Какая нахер разница, если я абсолютно так же выбивал золотые донаты? То есть я всегда просто брал... Да-да, нет-нет, выпадет, не выпадет. Просто вот так вот брал, быстро открывал и все. И там были золотые пушки. И так я выбивал себе дохрена пушек. А сейчас это просто... А сейчас, сука, да наконец-то! А там что, коллаж золотой 12-й был? Воу-воу-воу-воу-воу! Ну, хоть кому-то повезло. Спасибо, Наташа будет довольна. На твинка у нее теперь золотой АК-12-й навсегда! Не, это хорошо, это хорошо. Это мне подняло, честно вам признаюсь, настроение, потому что я уж подумал то, что реально столько кейсов со стольки разных аккаунтов, и ни хрена. И реально ни хрена. А обычно, когда какая-то золотая пуха выпадает, бывает такое, что сразу и вторая выпадает, то есть давая понять, что ни хрена себе тебе сегодня чувак везет, и... Поэтому, может быть, реально сейчас еще вторая золотая выпадет. Ну ладно, я уже доволен.
одна золотая пушка, просто хотя бы понять, что да, они тут есть. Потому что вот реально некоторые контракты не добавляют, как будто там Unreal себе что-то золотое выбить. Тем более 12-й коллаж золотой, уф, какой он сексуальный, ух, прям огонь, прям повезло. Может, золотую МБшку еще дашь? Это обычно на каком-нибудь втором кейсе выпадает, заставляя тебя сделать абсолютно все задания. Ну, нет! Подписчик тоже предоставил нам аккаунт через TeamViewer, удаленный доступ, без передачи, открыть его контейнеры. Говорит, старался, выполнял. Он сказал, всегда, абсолютно всегда их выполняет контракты. Еще ни разу он отсюда не убивал себе золотую пушку. Вы представьте себе, это как так вообще? Столько все эти контракты выполнять, ни одной золотой пушки. Ну, я считаю, надо это срочно исправлять. И раз нам на одном аккаунте уже повезло, мы выбили АК-12 золотой. На самом деле, я думал, будет побольше золотых донатов, но, как бы, знаете, кейсов реально дохрена. И было бы хорошо, если бы нам сейчас с какого-то вот аккаунта... Опа! И прям сразу 5 штук золотых, чтобы мы такие... Опа! Можно было, конечно, их раскинуть по всем аккаунтам, но неужели Natashian Twink это будет единственный аккаунт, где нам что-то вообще выпало? Это, конечно, хоть что-то, как говорится, но шанс налицо. То есть видно то, что шанс меньше, чем был, допустим, в прошлых контрактах. Ну, по крайней мере, мне там сразу, просто 2 аккаунтов, не 50 аккаунтов, 2 аккаунта и все. И сразу столько золотых донатов. Ну нет, ну серьезно, что ли, ну... Блин, как они быстро кончаются, что у них ни анимации, ни хрена нет, их так быстро открываешь и как-то быстровато прям они все потратились. Ну нет, ну чувак, ну мне так жалко, я так стараюсь, где эта золотая пуха, ну тут просто их как будто нету. Вот в этих контрактах, ну это так сложно что-то выбить. Ну, прям вообще невозможно, да ладно. Так, это что такое? Алло, задание не зачиталось? Так, это странно. Блин, одного кейса тут не хватает. Ну ладно, я сомневаюсь, там с последнего кейса что-то выпадет, но тут потом надо доделать будет. 14 фрагов осталось за снайпера, и что-то они не засчитались. Ну, дефолт. Может, кто-то комнату крашнул, может, что-то еще. Ладно, один кейс потом доформлю. И, конечно, шанс, что из последнего кейса что-то выпадет, ну, понимаете, немного маленький. Давай еще хотя бы второй золотой донат. Ну, что за дела? Ну, как так? Мне с одного аккаунта от 70 кейсов выпадало... 3 золотых доната, а мне сейчас со стольки кейсов один. Не, спасибо, что хотя бы один. Спасибо. Это хоть что-то, хоть настроение немного поднялось, но все равно это, конечно, маловато, я честно признаюсь. Прям реально маловато, нужно побольше. Нужно, чтобы удача реально что-то сопутствовала, тут ее нету. Как будто Warface ждет, чтобы, не знаю, кто-то вот конкретно открыл, допустим, 1000 кейсов, и вот одному из 1000 кейсов выпадает золотая пушка. А я на серве такой один-единственный, кто эти контракты сраные делает, и поэтому, да, со стольки кейсов все лишь одна награда, навсегда золотая пуха. Зато какая. Ну, 16 кейсов, не, ну это не прикольно, Warface, ну это что-то фигня какая-то лютая. Ну повези ты, а! Ну кто будет столько времени тратить, чтобы ему ни хрена не выпало? Ну объясните мне. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Охуенно! Хорошо, хотя бы бонусом там на каждый аккаунт дают по 10 коробок с ховотайпом. Спасибо за мое IQ огромное, перевел их себе на основу, ни на Браво, ни на Чарли. Ну ладно, подкорим немного Warface, как будто мне сейчас выпадет золотая версия. Как будто вот реально можно на это рассчитывать. Не, на каком-то аккаунте... Мне кажется, повезет, хотя бы обычно выпадет. Ну, мне так кажется, потому что бонусы. То есть бонусные коробки, у них шансы очень хорошие. Ну, золотая версия, блин, из 10 выпадет, это прям хорошо. Такие покроет весь тот хрендец, который вот показал то, что с таких кейсов может выпасть всего лишь одна золотая пушка. Что конкретно, конечно, дезморалит людей, которые хотят брать себе данный контракт. И понимая, что с такой суммы контрактов ты можешь ни хрена не получить. Ну так самый удачливый сегодняшний претендент, обладатель новенького золотого АК-12. Может быть, станет обладателем еще золотого ховотайпа. Ну так, чисто, мне кажется, маловато доната сегодня повезло. Золотой еще ховотайп, в принципе, ну обычный тоже было бы неплохо. Потому что шансы, я понимаю, что должны быть нормальные.
на эти бонусные, но пока что десяточка улетела мимо, но там я все равно их перевел не туда, поэтому там сгорел бы у меня, если бы я выбил себе золотую версию, там, где она мне уже, в принципе, есть, и на которую я тратил около 50 тысяч кредов, она такая с бонусной мне туда выпала, да, хорошо, что не выпала, ниров будет больше, поспокойнее буду, но как бы обычную на эти аккаунты хотелось бы получить один час, да ладно, нет, зато АК-12 золотой, вот это да. Мы не сдаемся. Это было бы баланс, понимаешь, баланс. А на один аккаунт золотую пушку АК-12 с контрактов, а на другой золотую ховатайп с бонусных коробок. И все одной и той же девушки, понимаешь, Warface? Это смешно, во-первых, было бы, да, ну и я считаю балансно. Да, карта Черненко, спасибо. Уже бегу ее покупать. Серьезно. Блин, 10 коробок вроде бы много, а вроде бы нет. Но все равно шанс, как бы, понимаете, удваивается. То есть там можно что-то выбить, тут можно что-то выбить. Но что-то сегодня прям вообще какой-то дикий висяк. Я же испугался, ну хотя бы обычно выпало. Ну дикий висяк, потому что среди кейсов одну золотую пуху. Конечно, хоть что-то, как говорится, но с бонусных коробок тоже бы что-нибудь хотелось. Мы поняли то, что на Heavy Rain мне не везет на золотые пухи ни в коробку удачи, ни в контрактах, да вообще нигде. Может быть, если я в магазин захочу за фикс прайс купить, у меня кнопка купить будет телепортироваться. Как боты на ПВЕ. Что я не смогу себе все же на этом аккаунте получить золотую пуху. Или Warface закажешь обратно, потому что я считаю, все равно бонусные коробки это не коробки. Это что-то другое. Это какая-то как будто другая механика совершенно сделанная, потому что как тут везет в этих бонусных коробках, но так не везет в обычных коробках удачи, но что-то походу я себе в этом видео сегодня обратное доказываю. Потому что что-то даже не на один аккаунт, а что, просто обычный ховатайп не упал на час. Вот тут как будто хочет, и уже на час падает. Но, сука. Сука! Все нахрен, последний аккаунт. Хоть и самый везучий из всех аккаунтов, аккаунт, на котором все нереально быстро выпадает. Что-то контракты меня разочаровывают. Прям реально, что-то... И даже вот если сложить мой вот этот нереальный аккаунт везучий и нереально везучие бонусные коробки, если мы все равно сейчас ничего не получим, это уже получится то, что нас немного обманули. Потому что не верю я в эту херню. Что за шансы нереально маленькие? Что за черная полоса? Мне еще кто-то говорит, подкрутка. Охренеть просто! Со скольки аккаунтов? И просто ни хрена! Ну, одна золотая пуха с контракта. Спасибо, Варф, спасибо, да. Очень приятно. Но, как бы, хотелось-то побольше. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Мы просто просрали охренеть как много времени. Ну, в большинстве. Поэтому, надеюсь, вам будет нетрудно поставить лайк, подписаться на канал, написать ваше личное мнение в комментариях. С вами был Серега. Благодарю за то, что вы досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся. Всем удачи, всем.